Всем привет! У наших фермеров большой урожай капусты. Уродилась брюссельская цветная красная капуста, и я решила приготовить с ними парочку рецептов. Запечем брюссельскую цветную капусту по-деревенски. Для рецепта понадобится по 300 грамм брюссельской цветной капусты, сливочное масло, копченая колбаска, кусочек твердого сыра, молоко, немного муки, соль и зелень для подачи. А из красной капусты сделаем хрустящий вкусный салатик с зелеными яблочками и виноградом. А заправим все ароматным маслом и добавим немного орешков. Все продукты для рецептов можно заказать с доставкой на дом в интернет-магазине «Ешь деревенское». Ссылочки в описании под этим видео. А по промокоду «Еда» действует скидка 500 рублей на первый заказ. Отвариваем капусту в подсоленной воде 15 минут. Колбасу нарезаем кружочками и трем сыр на мелкой терке. Приготовим соус. Для этого в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку и немного ее обжариваем. Следом вливаем молоко, все хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. При желании можно добавить ароматные травы. Солим и в конце варки добавляем сыр. Все хорошо перемешиваем. Немного обжариваем колбасу на сухой сковороде. Следом к ней отправляем отварную капусту и обжариваем еще пару минут. Заливаем все соусом, посыпаем сверху натертым сыром и отправляем в духовку при температуре 180 градусов минут на 15 запекаться до румяной корочки. А среди зрителей этого видео мы по традиции проводим конкурс и разыгрываем сертификат на 2000 рублей на покупки продуктов в магазине «Ешь деревенское». Все, что нужно для участия – поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и оставить свой комментарий. Желаю удачи! Ну а пока капуста по-деревенски запекается, приготовим легкий салат. Берем красную капусту и тонко ее шинкуем. А яблоко нарезаем тонкими дольками. Добавляем щепотку соли и чайную ложку сахара или меда. И проминаем капусту руками. К готовой капусте добавляем кусочки яблок и ягоды винограда. Все немного приправим лимонным соком и конопляным маслом. Выкладываем салат в тарелку и украшаем орешками. Легкий и очень полезный салат готов. Капуста по-деревенски готова, запеклась, покрылась румяной корочкой. Украшаем зеленью и зовем всех к столу. Приятного аппетита!